Ребята, всем привет, с вами свинья Настя на канале Будни Кимушки. Сегодня будем готовить невероятно вкусный крабовый салат. Он готовится очень легко и просто подходит на каждый праздничный стол. Для этого нам понадобятся крабовые палочки, кукуруза, капуста пекинская, огурцы, майонез и все. А мы начнем. Нарезаем крабовые палочки. Нарезаем огурцы. Режем капусту. Добавляем консервированную кукурузу. Добавляем майонез и все это хорошенько перемешиваем. И готово. Заправила майонезом. Вот он такой вот салат получился. Ребята, он очень вкусный, нежный, сочный. Обязательно попробуйте его приготовить. Ну и на этом все. С вами была свинья Настя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока. Пока-пока.